Всем добрый день. Сегодня я решил запустить еще один достаточно интересный проект. Я в нем участвовал какое-то время, забросил, ну вот решил возобновить. Есть форум, на котором можно писать посты, и в качестве вознаграждения вам начисляются деньги в долларах. Недавно это было в рублях, сейчас платформа перешла на оплату исключительно в долларах. Есть экспертные темы, я сейчас их покажу, и даже покажу, как тоже в них писать. Ничего не бойтесь. Сегодняшний искусственный интеллект поможет вам разобраться и делать то, чего от вас требует эта платформа. Поэтому ничего не пугайтесь, я постараюсь максимально подробно объяснить и рассказать. Поэтому досмотрите до конца, если вдруг у вас возникнут вопросы, пишите мне, я обязательно вам помогу. Партнерская программа здесь присутствует, если вы мой реферал, я с удовольствием буду развивать ваши навыки. Также помогать вам привлекать новых партнеров. За написание постов платят до 30 долларов в качестве подарка за общение. В других темах, более простых таких, ну это вот экспертная тема, да, Форекс, до 30 долларов за один пост. Один пост это где-то 2-3 полные строки. Ну, грубо говоря, вот выглядит примерно. Так, здесь у нас рецепты, здоровье. Здоровье не заходил, семья тоже не заходила. Ну, в общем, чтобы вы понимали, то есть раз, два, три строчки. Да, вот это получается как бы пост. Итак, экспертные темы. Я покажу, как в них писать. Не бойтесь, даже если тематика Форекса для вас не знакома, я вам покажу, и в качестве бонусов вы будете получать гораздо больше. В среднем, на данный момент, в неэкспертных темах, я получаю 48 центов за один пост. Ну, грубо говоря, 50 центов. Да? Я стараюсь писать 10 постов в день, хочу увеличить, как бы, но пока это так. Смотрите, тем очень много. Неважно, там, здоровьем вы увлекаетесь, семья, да, кулинария. Каждый найдет здесь для себя абсолютно любую тему. Помимо всего этого, вы можете создать тему. Допустим, вам интересна психология. Создаете тему на этом форуме. Кому интересно, как это, ну, вы можете сами найти, почитать. Или я же могу вот рассказать, как это делать. Как создается тема, отправляется модератору, подтверждается. И в этой теме вы раскрываете как бы всю полноту своих знаний. Да, переписываетесь. Вам пишут, вы отвечаете, то есть завязывается диалог, и это станет вашим таким постоянным действием. Скажу сразу, что на написание поста в среднем у меня уходит от 3 до 4 минут. То есть, грубо говоря, в час можно написать там, порядка 12-15 пусть постов. Да? А это на секундочку где-то от 5 до 7 долларов в качестве подарка. Если у вас есть возможность писать утром и вечером, делайте это так. Я планирую на вечер перенести еще как бы написание порядка 10 постов. Есть желание скопить определенный капитал, ну и далее уже заниматься как бы этим направлением, как еще одним из. Итак, к примеру, вы зашли на этот форум, да, зарегистрировались, перешли по ссылочке, все нормально. Вот нажимаете на вот этот вот значок. Инвестициал. Кстати, вот здесь вы можете все почитать, да? Сейчас, секундочку. Вот акции «Деньги за посты». Здесь вы можете почитать правила форума, то есть как здесь все работает. Все начисляемые здесь средства каждый понедельник отправляются автоматически на ваш открытый счет в компании InstaForex. Там вы уже торгуете на эти средства и все заработанные можете выводить. Не пугайтесь, понимаю, что начать сложно, но если у вас есть свободное время, займите его чем-то полезным. Поверьте мне, вот форум такого вида, такого вот, да, позволит вам расширить ваш кругозор, ориентироваться в финансах, завести знакомства или же развивать какую-то свою экспертную тему. Допустим, вы ведете блог, вы также можете здесь размещать свои посты или просто вести здесь свой блог, зарабатывая при этом. Ну, максимальная сумма в месяц 1500 долларов. То есть ограничения здесь, да. То, что касается партнеров, ограничений нет. Хоть 1 000 000 долларов можете зарабатывать в месяц, это ничем не запрещается и не регламентируется. То есть, пожалуйста. Итак, вы впервые зашли на форум и хотите посмотреть, как все работает. Вот профиль.
мой профиль. Здесь находится основная информация о вас. Можете заполнить, разукрасить его, как вам угодно, как вы хотите. Да, вот самое главное, деньги за посты. Вот я немного писал, да, получается. Все суммы здесь не отображаются. Но, тем не менее, в этом месяце 13 постов написал, общее 690. Было заработано порядка там что-то 130 долларов, ну, что-то такое. Вот. Ну, суть не в этом, я занимаюсь, продвигаюсь. Партнерская программа, пожалуйста. А, кстати, вот сюда вы прикручиваете свой счет, открытый в компании InstaForex. Будут сложности, вопросы, я постараюсь информационные видео на эту тему на канале также разместить. И все это собрать где-нибудь в отдельном месте. Итак, для того, чтобы начать писать посты, заходите, нажимаете «Инвест социал», вас перекидывает на главную страницу форума с основными темами. И я выбираю тему очень простую, поскольку разобраться в ней сможет любой, там и мужчина, и женщина. Кулинария. Пусть это будет кулинария. Итак, кулинария. Питание для стройной фигуры. Ну, пусть будет питание для стройной фигуры. Итак, в питании для стройной фигуры. Вот здесь люди пишут. Обязательно ставьте лайки людям. Это как бы приветствуется. Люди будут ставить вам в ответ. Чем больше лайков, тем больше как бы вы получите вознаграждение за написанный пост. Поэтому на лайки не скупитесь. Не флудите, конечно, там, ну, чтобы так вот прям через край. Но лайки ставьте обязательно. Ваши лайки будут отображаться. Вот смотрите. Человек поставил 4913 лайков, получил 4455. Сообщение 3694. Выплачено чуть более 1000 долларов. То есть человек занимается с 2019 года, ну, видать, редко заходит. 22 год, 93 доллара. Вот люди, ну, скажем так, не очень серьезно к этому относятся. Но хочу вам сказать, если вы полистаете, найдете личности с внушительными балансами более 10-20 тысяч долларов. Те, кто поставили на поток эту работу, торгуют на рынке Форекс, как бы и зарабатывают. Итак, кулинария, питание для стройной фигуры. Что я делаю? Смотрите. Это, конечно, запрещено форумом, да? Ну, как лайфхак я вам просто покажу. Итак, чат GPT. Питание для стройной фигуры. Я написал такой запрос, и чат GPT мне выдал, да? Я ему написал, хорошо, дай рецепт одного напитка для стройной фигуры. Вот он мне выдал. Зеленый смузи. Энергия и легкость. Пожалуйста, все вот это вот я копирую. Вот так вот я скопирую это все. Придам этому рецепту человеческий вид. Далее в Гугле наберу зеленый смузи. Вот. Зайду в картинки. Открою картинку, которая более-менее напоминает какой-то там зеленый смузи. Делаю скриншот. Вот так вот он будет выглядеть. Пусть будут семерки. Сохранить. Возвращаюсь на форум. Так, сейчас я немного придам человеческий вид. Так, примерно вот так вот это все будет выглядеть. Так, вот, кстати, цифры я всегда удаляю, потому что они мешают. Вот так вот. Так, пробел можно поставить. Пробел. Пробел.
При достаточных навыках это занимает не так много времени. Вот, все. То есть вот так вот это будет выглядеть. Сейчас я еще сюда прикручу фотографию, которую я скопировал. И пост готов. Так можно делать с любыми постами. То есть в этом нет никаких там сложностей, трудностей. Так, куда я его сохранил-то? Вот, кстати, пиццу загружал на днях. Ага, семерки, да? Семерки, семерки. Вот он. Есть. И загрузить. Да что ж такое? Ну все. Ответить. Отлично. Пост размещен. Пожалуйста. И одно сообщение добавилось. Было 690, у меня 691. Выплачено $113. Все, то есть пост написан. Никаких сложностей, никаких проблем. В понедельник все накопленные мной средства попадают на счет в InstaForex. Ну, это абсолютно классная тема. 50 центов в качестве подарка за одно сообщение. Ну, это шикарно. Присоединяйтесь, я буду рад вам помочь. Если вам нужны какие-то обзоры на эту тему, более такие глубокого, да, характера, конкретных тем или, допустим, экспертных тем, ну, к примеру, по Форексу, да, наверное, следующий ролик я запишу, как я при помощи искусственного интеллекта пишу прогнозы по валютным парам, металлам, фьючерсам, индексам, то есть с этим тоже сложностей никаких. Да, один раз, там, два, три, четыре, у вас будет все это сложно протекать, но поймите правильно. Чем регулярнее вы это будете делать, тем легче вам будет это даваться. То есть каждый день $5-10 вы можете легко делать. Это абсолютно несложно и сможет каждый, неважно сколько вам лет, абсолютно. То есть просчитать, да, к примеру, за 2-3 месяца можно сколотить достаточно интересный депозит в размере там, $1000. И все. Кстати, у кого с торговлей сложности, обращайтесь, есть торговые роботы. То есть можно ваш весь заработок автоматизировать, и это будет гораздо проще и легче. Еще раз повторюсь, если у вас есть свободное время, это наркотик. Вам нужно всегда ставить цель и добиваться ее. Двигайтесь в направлении своего развития. Меньше размышляйте, поставили цель и двигайтесь к ней. Достижение цели всегда будет вас вдохновлять. Вас никто вокруг вдохновлять не будет и не собирается. И всегда будут говорить, что вы занимаетесь ерундой. Найдите возможность, сегодня время такое, и мое выражение вам, наверное, не понравится, купить себе свободу. Да, мы рабы в сегодняшней системе. Свободу нужно покупать. Поставьте себе цель. Год заниматься, допустим, вот этим, сделать себе капитал. К примеру, даже если по минимуму вы в месяц будете делать $150, за год вы с легкостью сделаете около $2000, и это уже очень хороший старт. Можете инвестировать, можете торговым роботом, можете советником, то есть у вас есть капитал, вы можете двигаться дальше. По пути этого роста за целый год вы можете торговать и уже немного выводить. Если вам понравилось то, что я запускаю на канале, вот эта вот инновационная вещь, я буду... Не знаю, насколько часто, раз-два в неделю снимать информационные ролики на эту тему. Задавайте свои вопросы. С удовольствием вам помогу. Приглашаю в команду. Всем хороших выходных. Всем пока.